святые, как дети, они тоже, как и мы, растут и развиваются. А пробиваться через асфальт, потому что мы тоже должны как бы пробиваться и сквозь эту асфальтовую стенку расти и тоже как-то развиваться. Сверху. Это вот ее лапка торчит. А вот ее голова вылазит. Смотри, то она укусит. Вот 20, а вот тут вот сколько получится? 24. Потому что 5 вот подлиннее. Есть спиртовые, есть электронные, есть электрические. Там мой голос, иди. Вот посмотри, какая свеча большая. От самого верха можете смотреть, где она горит, вот. Вот тут. И вот здесь бери пальчиками. И до самого низа. Вот она такая. О, видишь, какая большая. Все, помогайте детям посмотреть свечи. И выходим из храма, идем дальше. Вначале надо решить, что ты будешь делать. Что ты будешь из себя представлять. Кем ты будешь. Каждый человек должен... Да, думать о других тоже, но заботиться и о самом себе. Некоторым покажется, что это какой-то эгоизм, но нет. Потому что если сам о себе не позаботишься, о тебе никто уже не сможет позаботиться. Это не эгоизм, это констатация факта. Путешествий много, потому что для детей любое общение за пределами стен детского дома оно является развивающим, вот, обогащающим их внутренний мир, потому как здесь, в детском доме, очень много мастерских для детей, учебных классов каких-то, изобразительная студия, керамическая мастерская, музыкальная школа. И все то, что здесь для детей уже познано, а вот тот мир, который они могут узнать за стенами детского дома, он многогранен. Вот, и поэтому мы все грани этого мира для них открываем. Православная страна.
боялись как огня. И жила, покажет Богом, православная Россия, над тобою распластала Матерь Божья покрова. Вот, и он красиво ручки складывает. Вот. Господи, благослови. Грехи – это когда человек плохо себя ведет. Духовная слепота или духовная глухота является большей проблемой для меня, чем работа с нашими слепыми и глухими детьми. Мы знаем, что служа ближнему, мы служим Богу. Вот этими ближними для многих людей на пути к Богу являются дети. Чья-то видимая слепота или глухота является способом излечения собственной души от слепоты и глухоты духовной. Пришел, подарил шоколадки, апельсины, мандарины, там еще что-то. Все равно вот вроде бы как доброе дело сделал, а продолжение все-таки без храма, я считаю, какое-то такое бесперспективное. А в нашем храме, слава Богу, очень многие взрослые, которые приходят в детский дом просто как попечители или как друзья, они становятся прихожанами храма. Многие становятся крестными родителями детей. Причастен на Боже Стефан. Взрослый начинает задумываться о своей собственной душе, а потом эти размышления о своей душе перерастают в целое какое-то сотрудничество детского дома и храма. А конкретное приложение – это просто забота о конкретном ребенке. А случайные помощники, они становятся постоянными сопровождающими по жизни этих детей. Они возле них отогреваются, они возле них как-то, я бы сказал так, в благодати купаются. Сейчас будем играть в одну игру. Какую? Маленькую. Нет. Такую быстренькую. Да. Называется «Отгадай-ка». Угу. Кого мы на Пасху звали и ждали? А? Ольгу Патрию. Ольгу Патрию. А кто перед тобой стоит? Она. Она? Она. А? Угадай, кто к нам приехал. Олечка! Веди ее в храм. А пройдя через невзгоды и страдания, каждой клеточкой души понять смогла, что никто так не поможет в испытаниях, что никто не даст защиты и тепла. Время жизни очень быстро пролетает, и когда-нибудь, увы, настанет час, когда смысл ее беспечности растает. Только Бог Всевышний не оставит нас. В мое время, когда я была, но это еще было советское время, тогда вообще считали, что незрячий человек, он просто не может вокалом заниматься никак. И меня просто-напросто даже и слушать никто не хотел. То есть меня на вокальное отделение, да вы что, это типа того, что я умалишенная и еще заморачиваю голову кому-то. Несмотря на все запреты, просто находились люди, хорошие музыканты, которые видели во мне талант и
Сердце их просто не могло оставаться равнодушным, и они мне просто так отдавали свои часы, отдавали свое время. Другое дело, что они не занимались со мной в полной мере, так как это положено вокалом заниматься. Себя видела только певицей и нигде не мечтала учиться, кроме консерватории. И когда я обратилась, то меня, естественно, из-за отсутствия зрения не взяли. Сказали, что мы не считаем возможным обучить вокалу таких, как вы. Я, естественно, была очень огорчена, если даже не сказать больше. То есть у меня была очень большая душевная и психологическая травма. Я вообще себе без пения жизни не представляла. Я попыталась написать письма в Ленинградскую консерваторию, в Одесскую консерваторию, но везде мне присылали маленькую полосочку бумаги, на которой было написано, что в вашей кандидатуре мы не нуждаемся. Я не могла дать себе ответ на вопрос, как, почему, за что. И вот пошла просто работать за станок. Звездные песни. И ветер затих, услышишь, и сердцу отрада. Забудь злые души, не думай о них, за добрыми душами правда. Забудь злые души, не думай о них, за добрыми душами правда. И потом у меня стали появляться такие первые песни. Когда я написала 15-ю песню по счету, я осмелилась об этом сказать своим друзьям близким. Я говорю, знаете, одно дело, когда я пела все чужое, а вот как-то я так боюсь. Нет, говорит, вот с этой песни не бойся. И я вышла. Хочу я хоть во сне смотреть на зеркала, хочу, чтоб у меня своя звезда была, хочу сквозь мрак и тьму увидеть чистоту и в пальцах ощутить любовь и доброту. Хочу сквозь мрак и тьму увидеть чистоту и в пальцах ощутить любовь и доброту. Ну, мои хорошие, гуленькие, милые, вот мои золотые, вот мои умницы. Ну, давайте, давайте, вот хорошие мои. Ой, это кто? Стрекоза. Держи, Снежан, смотри, Коля. Похоже на живую. Откуда взяли? Из кармашка достали. Ой, она сейчас улетит. Нет, они ж не настоящие. На страничку можно положить над камышами. Над камышами сверху. Или посадить на камыш. А раньше была живой? Это сделано, Коля, своими руками. Я люблю про животных книжки. И по Брайлю люблю читать. А еще я люблю очень читать. Я очень люблю читать. Когда мне показали диск из германских книжек, мне показалось, что это такое страшное, что я вообще, наверное, не смогу это сделать никогда. Но решила попробовать. Я всегда закрываю глаза. Нужна мне зеленая ткань. Вот я ее раскладываю в несколько видов. И закрываю глаза и щупаю, подходит эта ткань или не подходит. Вот на листья для, вот, например, вот для этой книжечки, да, вот, чтобы прикрыть гусеничек, то есть это жесткая плащевочка должна быть. А на деревья, чтобы это был объем, то это должна быть уже более мягкая ткань. Для более маленьких детей там чисто сюжетная книжечка. Чисто вот там солнышко, тучка, месяц, вот есть книга «Небо» есть. А для более старших детей там уже сюжетное. Там идет и речка, и деревья, и домики. Это очень хорошая идея.
Вот для детей слепых, они же на самом деле, вот даже вот если просто вот контур, да, они не понимают вот эти предметы. Но когда в карманы вложены вот эти вот детали, это вот хорошо. Спасибо большое Надежде Юрьевне за такую прекрасную идею. Диана, давай с тобой посмотрим картинку снизу вверх, разберемся, где у нас травка. Так, дерево, посмотри, из каких частей состоит дерево. Что вот ты сейчас смотришь, что это? Говори хорошо, тебя не слышно. Ствол. Так, а где листья у дерева? Так, вот у нас листочек. И вот здесь они как бы все вместе изображены. Вот у нас, да, крона дерева, здесь листья. Тут что растет? Рома. Ну, давай Рома посмотрим. Так. Яблоки. Яблоки, так. Яблоко. Конечно же, такие книжки нужны. Мне важно, что идею эту зародить, и чтобы она двигалась, да, дальше. По сути, тогда нужно привлекать тех же студентов, школьников, просто людей, умеющих шить, и чтобы они пришли вот даже дома что-то пошили. Ведь бабушки иногда пенсионерки, им дома делать нечего бывает. Им хочется что-то сделать. Пособие, которое вот мы написала, я, Настя помогла мне сделать электронную версию, ставить все картинки, все рисунки, все схемы. А я постаралась написать это вот так, чтобы, ну, человек умеет держать иголочку в руках. И хотя бы элементарный шовик может сделать. То есть ему он уже может что-то сделать. Потому что все подробно со схемами, буквально подробно все расписано. Мне, конечно, хочется, чтобы это все вот это вот из, кто-то помог, нашелся спонсор, это издавать. И очень часто звучит вопрос: зачем тебе это надо? А я не знаю. Я делаю, значит, нужно. И, конечно, на это уходит очень много времени, уходит много материала, потому что все эти книги шьются у нас за свой счет. Сначала ничего не понимали, вот сами сделали. Смотришь на эту страницу, закрываешь глаза и ничего не понимаешь. А сейчас уже тоже такой азарт появился, что как это будет, что из этого получится. Во-первых, это объединяет нас. Просто даже вот как семью, вот творческий процесс. Это, потому что все заняты единым целым, связаны все. В семье, мне кажется, должно быть что-то общее, чем можно было заняться там вместе, обсудить конкретно. Так, сел там, вечер потратил, обсудил, и все. Как бы очаг сплачивает. Проблемах своих и чужих, и за этим не слышим мы боли, и несчастья не видим других. Милосердие двери закрыты, не заметит их алчущий глаз. Что мы делаем дело нужное, потому что мы делаем как книжки для слепых деток. Мы шили стоячего клоуна. Еще к ним, возможно, мы сделаем эти шарики, мячики. Это как бы то, что он жонглирует ими. Вот танцующий клоун. И этот вот в проекте у меня стоящий на руках, и будет еще сидящий на шпагате. Милосердие, милосердие, выше всяких богатств.
Сегодня мы говорим, что в России около 8000 слепоглухих. Это слепоглухих. А кроме того, есть еще слепые, которые имеют дополнительные нарушения, есть глухие с дополнительными нарушениями. Таким образом, эти дети не могут обучаться в специализированных школах. К сожалению, в России для работы с такими детьми специалисты таких не выпускают. И мы работаем со многими институтами, со многими факультетами. Мы обучаем. Мы читаем семинары. К нам приезжают студенты на практику. Кач! Баю-бай! Помню, как ее привезли в детский дом. Маленькую такую, ой, вообще такая хорошенькая. Но она как, не ходила, не говорила, ничего, такая сложная вообще девочка. Из дома малютки привезли, сказали, девочка не видит, не слышит и не ходит. Вообще вот просто. А оказалось, что и видит, и слышит, еще и разговаривать умеет. Только надо было научить. Что это, Наташ? Вата. Вата, много ваты, да, Наташ? Давай будем играть, будем дуть, как Наташа дует. Упала вата. Еще, да, давай. Молодец, давай, дуй. Ой, молодец. У нас обычно дети, в общем-то, с более тяжелыми нарушениями, так вот уж получилось. Это Наташка вот у нас красавица. В общем-то, она такая теплый, ласковый ребенок. Мальчику 11 лет. Значит, в детском доме у нас обучается 3 года. Тотально слепой, тотально глухой. Максим будет смотреть. Там, смотри, Максим, стена. Так, тут обои. Обои ребристые, теплые. Так, смотри. Тут. Так, смотри. Тут плитка гладкая, холодная. Максим, возьми обои ребристые, убери в кармашек. Так, выбор у нас идет из 2. На сегодняшний день в отделении 59 детей в социально-коррекционном отделении. И у них, конечно, очень различные комбинации нарушений. В последнее время поступает много детей с психоневрологическими нарушениями. Наряду с сенсорными зрения и слух. У них еще есть целый комплекс различных других нарушений. Поведенческие проблемы, которые мы тоже решаем. Дети, которые не умеют расшифровывать информацию, которую получают извне. При нормальном, казалось бы, слухе дети не понимают, не воспринимают информацию. Как зовут? Ома. Хорошо, скажи Оля. Оля. Молодец. А тебя как зовут? Милана. Милана, молодец. Милана будет учиться. Молодец, как хорошо Милана учится. Дай, будешь печатать на машинке. Давай сначала буковку Б. Молодец, пробел. Посмотри, хорошо. Еще Б, пробел. Молодец, хорошо. Это называется шрифт Брайля. Для непосвященных незрячему человеку это очень большое подспорье. Хотя сейчас компьютеризация отражается буквально на всех, в том числе и на незрячих. И сейчас существует очень большое множество разнообразных программ компьютерных, в том числе и говорящих, на всех языках. И поэтому шрифт Брайля практически себя изживает. Но все-таки, когда я читаю, я по-другому это все воспринимаю, я пропускаю это через себя. Это живая книга, я ее читаю, она была кем-то написана. Я ее читаю так, как я это умею, как я это чувствую, как я создаю себе образы, я воображаю себе как-то, я это переживаю, я пропускаю сама через себя, через свои мысли. 5 августа
началось путешествие в Греции. Там нас встретил Христос и Илья Константинович. Они устраивали нам праздник каждый день. Я запомнила мужской комплекс, который называется «Метеоры». Я прошу вас прощения, что я не говорю по-русски. Мы очень-очень рады, что вы приехали, мы очень вас ждали. Как тебя зовут? Ксюша. Ксения. Я расшифрую этот подарок, матушка. Это свечи, которые дети делают сами своими руками. В нашей мастерской. Из натурального воска. Сами сделаны своими руками. И скажите, что мы более 7 монастырей называем такими свечами. В детском доме ребята получают образование и навыки, которые им необходимы в жизни. К вам приехали часть большого фольклорного ансамбля. Ансамбль называется «Веретенце». Мы с тобою вместе встретим день рождения зари. Как прекрасен этот мир, посмотри. Как прекрасен этот мир. Как прекрасен. Ваши голоса всегда останутся в наших сердцах. Αλλά θα είμαστε γεμάτοι με προσευχή να έρθετε μακάρι και κάθε χρόνο. Но мы будем молиться, чтобы, дай Бог, чтобы опять к нам приехали, дай Бог, чтобы приезжали каждый год. Всегда радуемся, кто приезжает к нам из России, очень рады. А это особое посещение, такое Божье благословение.
то, что они сюда приехали. Для нас это Божье благословение. И, конечно же, впечатляет тот труд, который прилагают все, кто их окружает и любит. И такие результаты. Вот даже вот как они поют, как они все это делают, удивительно, конечно. I'm your friend. Благодетельное и мирное житие, здравие, спасение, во всем благое поспешение, подашь Господи, рабе Божией, игумене, Диодоре, со всеми сестрами, святой обители се, и сохрани их на многое благое лето! Многое лето, многое лето, многое лето! То, что пережила Россия, не пережила ни одна страна в мире, я считаю. Когда выкорчевывалась из самой сердцевины души человеческой вера в Бога, то, что является основой, и Греция в этом смысле, беспримерная страна, я считаю, которая имеет свою основу православия и которая до сих пор его сохранила. И это, естественно, определенным образом воспитывает с самого детства людей. Они не могут потом своего ребенка бросить. Это, правда, очень редкий случай. Ты как золотое многоточие, все иные кончились пути. Может, я ничуть не лучше прочих, но позволь мне по тебе идти. Может, я ничуть не лучше прочих, но позволь мне по тебе. В Греции от таких детей не избавляются. Как правило, они остаются в семьях, за ними следят и ухаживают. На все воля Божья. И для того, чтобы в обществе существовал баланс, гармония, и люди понимали дар Божий, которым они обладают, наверное, и появляются такие дети. Только в этой жизни они несут Божий крест. А в другом мире им Господь Бог за это дает место в раю. Наше государство, к сожалению, не готово еще к будущему этих детей. Сейчас много детей-сирот, у которых нет родителей. В лучшем случае у них есть жилье, но большой вопрос, могут ли они проживать самостоятельно на своей площади жилой. И что ждет их в будущем, это боль для нас, потому что, скорее всего, это дома-интернаты какие-то. Причем чаще это будут места, где они будут разрознены. Нет такого, чтобы все они могли проживать вместе, совместно, для того, чтобы поддерживать это общение, поддерживать те навыки, которые у них есть. Мне кажется, что каждый человек для чего-то родился. Ну, не может быть такого, чтобы человек родился, там прожил век и все. Ну, мне кажется, что все-таки у каждого человека какая-то должна быть своя цель, свое стремление. Для чего-то я живу, для чего-то я расту. Вообще со слепыми понимаешь, что они общаются с тобой не из-за твоей внешности, не из-за того, как видишь, а из-за твоего внутреннего мира, и как ты тоже чувствуешь. И поэтому и с ними ты общаешься не из-за того, как они выглядят, а из-за их внутреннего мира. Хоть и не видят, но все равно они сердцем чувствуют, им объясняют, они понимают все. Им, конечно, хочется увидеть. Мы вчера с Флайдом разговаривали вечером. И он сказал, что как вы понимаете цвет, зелень, как мне хочется иногда видеть, а иногда хочется не видеть. Самый неприятный первый момент, когда я узнал, что у меня нет родителей. Но потом я с этим потихоньку смирился. Мне в этом несколько очень нравится. Получается, не образование. Можешь идти на массажист. Но если ты провалил вот это не образование, то все, дальше уже человек не видит, это жалкое существо. Вначале хочу поступить в институт. Хочу выучиться. Сейчас в нашем мире без этого никак. Честно, раньше моя мечта была поступить в МГУ. Но я думала, туда слепых не берут. На самом деле сделать нужно очень большое дело. Нужно просто полностью разрушить фундамент того общественного воспитания, которое было до сих пор, и построить новый.
И вот это слово «инвалиды», которое придумали, это просто потрясающее слово. Я до сих пор поражаюсь, кому пришла в голову такая идея вот именно таким словом обозвать. Видимо, долго мы будем, извините за такое грубое выражение, доказывать кому-то, что мы не верблюды. Родители, взрослые, некоторые слишком много себе позволяют. А о том, что будет с их ребенком, не задумываются. Это из-за алкоголя и из-за наркотиков. Мы просто вымираем. Очень большая нужда как раз наваливается на плечи этих детей, когда они выходят из стен детских учреждений. Это огромная проблема. У нас 85% выпускников детских учреждений по статистике составляют группу рецидива. Они никому не нужны и брошены. И дай бог, что хоть какой-то их процент, переступая церковный порог, оказывается согретым. Вот насколько мне известно, в большей степени заботу о детях, выпускниках проявляет только церковь. Сейчас даже такое отношение вот чиновников, именно властей, они понимают, да, можно что-то добиться, но они не хотят этим заниматься, им так проще. Спустить это все на самотек, на тормоза, вот, ну, как хочешь, так и выживай. И сейчас, наверное, еще долгий период времени придется вот именно вот прошивать лбом вот эти непрошибаемые стены. Потому что, как ни странно, вот сам-то народ, он поворачивается. И вот у меня было сколько таких моментов, когда я могла дать концерты, но почему-то чиновники боятся, и они решают за публику. А как же публика воспримет? А зачем нам этот минор, что, допустим, меня выведут за руку на сцену? То есть, ну, это что-то страшное вообще для них, да? Но буквально споешь 2-3 песни, пообщаешься между ними с людьми, и все. Контакт совершенно установлен, и просто я забываю на самом деле, кто я. И чувствую по публике, что и они забывают, кто я. Даст Бог мира и здравия вообще нашей планете. Может быть, через лет 100-200 на Земле все это будет совсем по-другому, все это будет сглажено, и все будут совершенно равными людьми, без всяких барьеров. Но сейчас пока так. Кому-то в разные века всегда в чем-то нужно было прокладывать путь. Ну, наверное, и наш такой крест. Детский дом! Видим мысли Божьи! А детский дом!